Мы продолжаем рассказывать о рабочей поездке заместителя акима Карагандинской области Ануара Ахмеджанова, Жанаркинский район, а также города Жезказган и Сатпаев. Цель поездки – разъяснение мер государственной поддержки форсированного индустриально-инновационного развития и посещение строительства новых промышленных объектов согласно государственной программе. Ануар Ахмеджанов побывал в селе Кингир, где возводится новая мясная птицефабрика. Заместитель акима области побывал в селе Кингир, где ведется строительство производственного комплекса птицефабрики мясного направления товарищества с ограниченной ответственностью «Капитал Проджектс ЛТД». Здесь гостей встретили аким села Кингир Серикжан Габдулахитов и директор товарищества с ограниченной ответственностью «Капитал Проджектс ЛТД» Александр Гудовщиков. Проект создания птицефабрики мясного направления реализуется через акционерное общество КАЗ «Агрофинанс» по финансовому лизингу и предполагает создание 350 рабочих мест. Планируемая производственная мощность птицефабрики составляет до 9400 тонн мяса птицы в год. Стоимость проекта составляет порядка 3 миллиардов тенге. Он вошел в региональную карту индустриализации 2012 года. Выход на проектную мощность запланирован на 2013 год. Главная цель строительства птицефабрики – это стабилизация цен, увеличение налоговых поступлений, обеспечение продовольствием населения, создание новых рабочих мест. На сегодняшний день на фабрике содержится 26 400 кур несушек, 1300 племенных петухов и 30 000 бройлеров. В день работники фабрики собирают 11 130 племенных яиц. Что касается рынка сбыта, то он на 100% внутренний. Однако руководство фабрики надеется, что со строительством железной дороги Жезказган-Бейнеу откроются новые возможности. Заместитель акима области Ануар Ахмеджанов подробно ознакомился с технологическим процессом и дал соответствующие поручения.